Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Вы смотрите Смайт. Лига 1 на 1. Сегодня я попытаюсь выиграть за Немезиду. Ну и начнем банить. Надо больше банов. Черт. Нет. Нет, ну зачем? Теперь я обязан забанить Локи. У него остается Кали и Бакасура. Если Бакасура я, возможно, и смогу победить Немезидой, то Кали проблематично. Где ассасин? Локи. Эй, чуть не забыл. Не, я чуть не успел. Аполло. Приехали. Можно выходить из игры. Аполло контрит Немезиду, друзья. До свидания. Все, я проиграл. Ай. Ништяк. Он еще 10 уровень. То есть надеяться на то, что он нуб, не получится. Ладненько. Нам понадобится... Вначале-то он не станет биться, не станет учить, наверное, двойку. Да и она и маленькая, в принципе. Хрен с ним. Пусть так. Сделаем вот так вот. Как зелье на урон. Ладно. Неплохо. Баф получил. Спринт у него отобрал. Мне кажется, неплохое начало. Так, стоп, стоп, стоп. На всякий случай кое-что вырубил, чтобы не лагало. Да, кстати, выучил я тройку... Из страха. Хотя это не такой уж и плохой выбор. Она мне, ой, как сильно пригодится. Но проблема в том, что Аполлон своим сном контрит тройку. Вот-вот. О чем я и говорил. А он в другую сторону отбежал. Окей. Ох, как хорошо. Я испугался, что он мою ману забрал. Ништяк. Thank you.
О, да. Неужели сегодня удача на моей стороне? Два крита подряд. Golden Ball сделал свое дело. Теперь я рискну. Он может прилететь, но он вроде юзал совсем недавно ульт. И, возможно... Да, он на КД. Отлично. Итак, что мы имеем? Он потерял зелье. Плюс я еще и взял ФБ. То есть, если посмотреть на разницу в бабле, то всего лишь 500 коп. На самом же деле там 1000. Со следующим телепортом на базу я получу и чевал. И он больше не сможет со мной сражаться. Вот сейчас, правда, может. И это не хорошо. Это было предсказуемо. Но таким образом он выиграл баф на урон. К сожалению. Но ничего не поделаешь. Зато ульт у него на КД. Мой по-прежнему у меня. Да ладно. Вот непруха, а. Надо КД сбить. Проверим его баф. Ух ты, ништяк. Да ладно. Ой. Вот это было печально. Ладно, окей, окей. Защита нужна, значит. Я только что просрал свое лидерство. Сколько? Лучники. Лучники и баллиста. Повел себя как полный нуб. К сожалению, у него вампиризм. И особо так на покоцать его не получится. Учим тройку. В принципе, чтобы спасти баф, потратить ульт неплохо, учитывая, что у него он на КД. Я думаю, нормально. Может и нет, но... Мне подходит. Я только что себя запалил, но... Блин, оно того стоило. О, да. Видимо, он далеко пока что. Замечательно. Одна проблема.
Он сейчас продамажит мою линию очень... мою вышку очень сильно. Разве что... Нет. Ну да, я же себя запалил, он знает, что баф недоступен. А, он испугался. Я не могу убить его, пока у меня не будет всех скиллов доступных, так что я даже не буду пытаться. Он там что-то АФКшит. Ну пусть. Наверное, в любом случае я проиграю, когда дойдет до лейта, а тут дело идет как раз таки до него. Как бы, если бы я не просрал свое лидерство, возможно, все пошло бы иначе. Но пока что есть, то есть. Окей. Вот как. Нужно собрать кинс ради взрывной силы. Ну и начинать уже максить ульт. Тоже не помешает. Так. Нужен ли мне... Ну, в принципе, да. Контр к его спринту. Не помешает. Мы идем на одном уровне по голде. Минус 450 за его зелье. Вот как. Вот дерьмо. Слишком много урона он вливает. Чересчур много. Такое впечатление, будто у меня нет защиты. Это при том, что у него особо-то и пенетры нет. Все, я баф не успел забрать. То есть я не то, что вышку танчить не могу. Я и мобов теперь танчить не могу толком. И это меня убивает просто. Я ошибся. Не нужно было купить варды. Не чистит, окей. Но на линии он не пришел. А, пришел, хорошо.
Нет, никак. Убил все же, отлично. Может, он хотя бы побоится на меня лезть в следующий раз. Даже психологический какой-нибудь эффект — это уже что-то. Так, мне нужно возвращаться, потому что у него должен быть ульт скоро. Пойду поставлю варды. Скоро у меня уже будет пенетра. Одна проблема, я, возможно, сейчас потеряю свой феникс. Нет, не потеряю. Отлично. А, он баф на урон чистит. Итак, у него нет активки. Но он близко к вышке своей. Да. Тут ничего не поделаешь. Ну ладно, в следующий раз у меня будет спринт. Может быть, получится законтрить. Меня бесит вот это вот. Серьезно. Вали давай отсюда. Кэш. Хрен с тобой. Пойду быка заберу. Конечно, я заберу его по-умному. Неужели его мобы сейчас сольют? Да ладно, мобы сольют, что ли? Охренеть, какая армия. Может, стоило подождать еще пару минут, когда наберется огромное войско? Не, ну вообще, моя совесть чиста, я мог бы его убить. Я не стал, я няшечка. Ну, ладно, феникс я забирать не буду, потому что, ну, это нечестно на самом деле. Пусть мобы забирают. Ну, как бы они не заберут. Я покачаюсь пока что. Ну блин, вернись, Аполлон, пиздюк. Не запарывай мне запись. Пожалуйста, вернись. Так, возьмем, наверное, Stone Cutting Sword. Как бы мне не хватает скорости бега, Фаталис я брать не хочу. Он может взять Frostbound Fatalis, тогда будут проблемы. Блин, как скучно. Неужели он не придет? Ладно, ребят, тогда я заканчиваю. Выбора нет, как бы сейчас выкинет. Короче, когда кто-то АФКшит, то из игры выкинет автоматически. Так что выборов все равно у меня нет.
Если он вдруг появится, тогда я отступлю и дам ему пару минут, чтобы Феникс восстановился. Чтобы было честно. Но пока что... Я не вижу разницы, закончить игру или просто посидеть 2 минуты, и она сама закончится. Вот так вот. Извините, херовая запись получилась, но... Времени у меня мало, так что... Что есть, то есть. Надеюсь, вам хоть немножко понравилось. До встречи.